Между тем, 7 мая на Театральной площади города прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится в Саратове накануне 9 мая. Горожане увидят торжественное прохождение войск саратовского гарнизона и театрализованную постановку «Этих дней не смолкнет слава». Военнослужащие в плащ-палатках торжественно пронесут портреты 64 ветеранов войны, не доживших до юбилея Победы. Общее количество участников мероприятия составит около 2000 человек. Парад Победы начнется на Театральной площади Саратова 8 мая в 10 часов утра. Товарищ генерал-майор, войска Саратовского территориального гарнизона во знаменование 70-летия Победы!